Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня видно, слышно хорошо в нашем чате сегодняшнего вебинара. Вот. Сегодня речь у нас с вами пойдет о партнерской программе, либо о том инструменте, который позволит вам сегодня начать зарабатывать деньги, получить серьезный источник дохода, источник остаточного дохода, да, который поможет вам, наверное, реализовать те мечты, цели, которые у вас есть. До того момента, когда компания Skyway Capital, когда группа компаний Skyway выйдут на рынок инвестиций с теми долями компании, которые вы сегодня можете приобрести, и технологии на мировой транспортный рынок. Кстати, те, которые сегодня занимаются построением сети в нашей компании, поставьте, пожалуйста, цифру 1. Это очень важно, да? Вот. А те, кто, кстати, еще не думал этого делать, да, поставьте цифру 2. И можете сразу написать причину, почему вы этим не занимались до сегодняшнего дня. Хорошо? Другим я просто скажу следующую очень важную вещь, я считаю. Смотрите, вы имеете дело с проектом, равных которому нет, не в плане того, что мы тут круче всех, да, что, скажем так, наша Маша толще всех и так далее, и так далее. В плане того, что подобных проектов реально раньше не было, и пока нет, скажем так, и параллельно, да, потому что мы имеем дело с проектом, у которого есть партнерская программа с одной стороны, возможность стать инвестором, да, и получать серьезный доход в недалеком будущем, это второе, скажем так, преимущество, вот, нашего проекта, да, и, в принципе, сегодня вы можете стать совладельцами очень крупного проекта в транспортной отрасли, тяжелой технологии, то есть третье его отличие, то, что мы работаем не с продукцией, скажем так, ежедневного спроса в том виде, с которым работают большинство компаний MLM бизнеса, это могут быть, скажем так, косметика, товары по уходу за домом, товары по уходу за здоровьем, еще много чего, да, скажем так, скидки на автозаправочных станциях, там, зубные пасты и так далее, так далее, так далее. Мы работаем с тяжелой технологией, с технологией транспортной. И, кстати, транспортная отрасль, если мы на нее посмотрим, затрагивает интересы более 90% людей, проживающих на нашей планете. Соответственно, скажем так, денежная емкость, да, данной отрасли – это миллиарды и триллионы долларов США. В планах группы компании Skyway в ближайшие несколько лет занять 30-50% всего мирового транспортного рынка с технологией, которую разработал Анатолий Дорошевницкий. Это очень большие деньги, это очень серьезная работа, да, это очень серьезный доход в будущем для тех, кто сегодня становится совладельцами технологий, можно сказать, даже совладельцами компании. Потому что сегодня Анатолий Дорошевницкий делится своей интеллектуальной собственностью, да, которая является основой уставного капитала нашего холдинга. И мы с вами сегодня уже находимся на том моменте, что нам есть чем похвастать, нам есть что показать. Те люди, которые сомневались полгода назад, год назад, два года назад особенно, да, когда компания только начинала свое движение, вот, сегодня уже, скажем так, может быть, кому-то и есть из-за чего опустить глаза в пол при встрече с вами. Да? Потому что сегодня строится экотехнопарк. В этом году будет продемонстрировано, что из себя представляет городской транспорт, как минимум, да, потому что параллельно будет строиться грузовая трасса. И буквально те люди, которые проявили, скажем так, инициативу, понимают, да, что это за проект, понимают, что такое получить энергию, да, на крупных мероприятиях компании. 23-24 числа в городе Минске у нас будет проходить крупная международная конференция. Вот эти люди окажутся там, услышат о технологии, услышишь, скажем так, о том, что проделан до сегодняшнего дня, о планах на ближайшее будущее из первоисточника, как мы говорим, да, от генерального конструктора технологии, от президента группы компании Skyway Анатолия Дорошевницкого. Он будет оба дня на этом мероприятии. 23-го, кстати, все мероприятие будет проходить на территории экотехнопарка. Того места, на котором сегодня происходит как раз-таки основное движение, там происходит стройка. И на этой стройке будет в ближайшее время продемонстрированы возможности нашего транспорта, проведены сертификационные работы. И уже в дальнейшем мы будем выходить на мировой рынок инвестиций и на мировой рынок транспорта. То есть сегодня уникальная возможность, почему, опять же, отличие нашего проекта, в том, что вы можете стать совладельцами компании, даже если вы не будете строить этой сети, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Потому что в большинстве MLM-проектов, в большинстве проектов сетевого бизнеса, да, компании выходят на рынок, они, скажем так, выходят на рынок любой страны, либо вообще они только создаются и выходят на рынках, но уже с готовым продуктом либо услугами, да, и вам предлагают построить громадную сеть. Для того, чтобы стать совладельцами тех компаний из мира MLM, нужно построить сети с многомиллионными товарооборотами в долларах. У нас, в принципе, вам достаточно стать инвестором, даже если вы построите небольшую сеть, вы в дальнейшем будете совладельцем компании, и каждый, скажем так, доллар прибыли, который будет получаться с огромного количества адресных проектов, где будет использоваться технология,
он будет делиться между теми людьми, кто сегодня станет владельцами основной технологии. Вот я вам желаю, скажем так, если вы еще не сделали никакого движения, этот шаг сделать и постараться как можно быстрее дать информацию большому количеству людей, которые вас окружают. Донесите до них эту благую весть. Благую весть о чем? О возможности, скажем так, стать владельцами технологии Юницкого. Да, это раз. Второе, в ближайшее время это можно получать серьезный уровень дохода на те пакеты долей компании либо акции, которые вы сейчас купите. Дальше, вы уже сегодня можете помочь огромному количеству людей трудоустроиться, потому что есть люди из категории пенсионеров, есть люди из категории закончивших университеты, институты, да, и которые не могут устроиться на нормальную работу, есть люди, потерявшие работу, да, есть люди, которые физически не могут выйти из дома для того, чтобы где бы то ни было работать, и могут работать в интернете дома, да, а данная возможность позволяет им зарабатывать деньги не только на хлеб насущный, да, а на реализацию огромного количества желаний, целей, которые могут быть у каждого из вас. Сделаю маленький акцент. То есть цель, да, вот такая, что вот внедрение технологии, реализация ее, потом капитализация этого, скажем так, в широких масштабах и строительство дорог, наверное, это все-таки цель больше Анатолия Эдуардовича Юницкого. Да, это его детище. Он это дело, скажем так, реализовывает на протяжении уже почти 4 десятка лет. А у вас, да, это как инструмент, который может подвигнуть вас туда, куда вы хотите прийти. Достичь того, чего вы хотите достичь. Поэтому относитесь к этому как к инструменту. Используйте, в принципе, если вы хотите зарабатывать серьезные деньги до момента еще выхода группы компании Skyway на транспортный инвестиционный рынок, 7-10 часов в неделю, да, для того, чтобы дать информацию людям, пригласить их на вот подобные мероприятия, будь то презентация, будь то рассказ о маркетинг-плане. Вот, они получат информацию, то есть, по сути дела, мы поможем вам, да, донести эту информацию грамотно и просто. Эти люди могут стать инвесторами, эти люди могут стать вашими активными партнерами. Изменится не только ваша жизнь, но и жизнь этих людей. Поэтому сделайте это, да, не думая о том, что о вас подумают. Есть очень хорошее выражение, которое звучит очень просто. Да? Если вас очень сильно заботит то, что о вас думают другие, вы очень сильно удивитесь, когда узнаете, что они о вас совсем не думают. Фактически 99% людей больше всего думают о себе. Да? Вот. И о вас им думать некогда. У них есть свои какие-то проблемы, вопросы и так далее. Но вот если у этих людей есть какие-то проблемы, вопросы, которые нужно решать, у вас есть инструмент, который позволит эти вопросы решить. Это партнерская программа, это бизнес компании Skyway Capital. Поэтому не стесняйтесь его предлагать. Будут те, кто за вами пойдут, будут те, которые будут крутить вам у виска. Ну, так устроена жизнь. Все те, кто вводил в нашу жизнь какие-то новшества, да, неважно, электричество, да, там, железнодорожный транспорт, самолеты, да, там и прочее-прочее. Всегда люди считали, что они сумасшедшие. Тем не менее, мы сегодня пользуемся всеми теми благами, которые в виде идеи когда-то проникли в череп какого-либо изобретателя. Итак, друзья, партнерская программа – это отличная возможность создания источника дохода, который вам принесет, может принести хорошую-хорошую прибыль, да? Поэтому используйте этот инструмент, то есть для того, чтобы получить, скажем так, серьезный источник дохода, здесь не нужно будет заниматься какими-то тяжелыми физическими. У вас не будет каких-то тяжелых физических занятий. Да? Вам достаточно работать с информацией, вам достаточно, как я говорил, делиться тем, что у вас есть лучше, с теми людьми, кто вас окружает. И если вы это будете делать, соответственно, у вас будет доход. Итак, друзья, приступаем к нашему вебинару. Было небольшое отступление, но тем не менее. Я предполагаю, что слышно меня по-прежнему хорошо. Да? Итак, в маркетинг-плане компании Skyway Capital, либо в партнерской программе, есть 6 квалификаций. Да? То есть 6 ступеней карьеры, назовем это так. Карьеру люди, скажем, строят в различных организациях, вот, и в традиционном бизнесе, и при работе на кого-то, да, то есть начинают, возможно, с простейшей должности, поднимаются там, до руководящего поста. У нас вы можете очень быстро продвинуться по карьере. Неважно, скажем так, есть у вас высшее образование или нет, неважно, в какой стране вы живете, неважно, сколько вам лет, цвет кожи и какие у вас, скажем так, религиозные устремления. Если вы будете делать простые шаги, вы добьетесь здесь успеха. 6 квалификаций вы видите сейчас на экране. От партнера до топ-эксперта. Есть у нас ситуация, когда человек просто регистрируется, да, он понимает, что инвестиции – это, скажем так, хороший источник дохода, он просто для себя приобретает какой-либо из пакетов акций и так остается на уровне клиента. То есть это не квалификация по партнерской программе, но тем не менее, если в вашей структуре будут такие люди, ничего плохого в этом нет. Люди, скажем так, приобретут для себя пакеты акций, у кого-то большие, у кого-то очень большие, кто-то может быть не очень большие. Тем самым они проинвестируют в нашу технологию, а если они не хотят строить партнерскую структуру, заставлять их в принципе нет смысла. Да? Уговаривать, ушатывать, уплюшивать,
Вы можете им периодически давать информацию о том, что есть источник дохода, а они могут, скажем так, эту информацию принять и начать двигаться, либо не делать ничего. Вот. Первая квалификация по партнерской программе – это партнер. Человек, ставший клиентом, зарегистрировавшийся в нашем личном кабинете, даже не купивший акции еще, да, имеет возможность зайти в раздел реферальных ссылок. У него высвечивается баннер, на котором написано, что для того, чтобы данный раздел был вам доступен, необходимо заключить договор агентский. Вы нажимаете «Согласен заключить», у вас высвечивается текст договора, вы с ним можете ознакомиться, и внизу есть кнопка «Подписать». Нажимая кнопку «Подписать», вы на себя там берете небольшие обязательства по, скажем так, информированию государственных органов той страны, где вы проживаете, о своих доходах и так далее, и так далее. Да? Вот. Но с этого момента, когда вы нажимаете кнопку «Подписать», вам становятся доступны реферальные ссылки, которые вы можете давать своим родственникам, друзьям, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, проживающим как рядом с вами, так и в других городах и странах, посредством интернета. Ссылки можно отправить в Скайпе, в других мессенджерах, да, там, Mail.ru, агенте, в Гугле, да, есть возможность, на Фейсбуке есть возможность, где мы общаемся голосом, там разместить эти ссылки. Просто в соцсетях отправить, либо по электронной почте. В конце концов, тем людям важный акцент, да, чтобы вы донесли им информацию, и лучше все-таки работать в первую очередь с людьми, которых вы знаете. Но если у вас есть опыт большой построения сети, скажем так, посредством интернета, все равно вам некуда будет деваться, и те люди, которые, скажем так, получат от вас информацию, даже зарегистрируются, лучшее, что вы можете сделать, это начать с ними сотрудничать, помогать им развиваться, обучать тому, как делать этот бизнес. Тогда у вас будут большие сети, устойчивые сети, да, и тогда вы станете лидером, а люди будут идти за вами. Итак, партнер просто подписал агентский договор. С этого момента у вас есть возможность получать вознаграждение с 4 уровней глубины. 15% непосредственно от товарооборота тех людей, которые приходят следом за вами, регистрируются по вашим реферальным ссылкам. 4% – это уже второй уровень, то есть те, кто пришли за вашими людьми. 2% с третьего, 1% с четвертого. Вознаграждение сегодня по-прежнему начисляется 100% на бонусный счет и 100% на акционный. Ну, для примера просто приведу. Купил у вас человек в первом поколении на $100 акции. $15 пошли на бонусный счет. И еще $15 пошли на акционы. То есть это те деньги, которые компания вам сегодня дарит на то, чтобы вы их могли реализовать и купить себе из перечня стандартных пакетов какой-либо пакет акций, то есть увеличить портфель своих инвестиций при условии, что вы строите партнерскую сеть. То есть на акционный счет деньги по-другому никак не попадают. То есть только после того, как вы дали информацию, кто-то что-то купил. Вторая квалификация называется консультант. Вот. Достичь ее тоже достаточно просто. Необходимо самому проинвестировать наш проект на сумму от $100 и более, и чтобы в вашем первом поколении было не меньше 2 человек, которые сделали то же самое. Вот классический вариант: вы, ваша сотня и 2 человека по 100. Выполняется третье условие, которое здесь есть. Суммарный товарооборот ваш и вашего первого поколения должен достигать не менее $300 США. Как только это происходит, первый уровень по-прежнему у вас остается 15%, второй уже 5%, третий 3%, четвертый 2%, и у вас еще добавляется 5 уровень глубины с 1% от товарооборота. Третья квалификация называется лидер. Лидер – человек, уже за которым идут люди. Да? То есть лидер не может быть один. Вот. Лидер не может быть там в пустыне где-нибудь, да? Лидером невозможно быть на необитаемом острове, потому что, как правило, лидер – это условие, когда за вами кто-то идет. То есть вы руководите каким-то процессом. Вы можете стать лидером при выполнении 3 простых условий, когда сами купили на $200 пакет акций компании Skyway Capital, и в вашем первом поколении не менее 3 человек, которые сделали то же самое. Но третье условие – суммарный товарооборот ваших личных закупок и первого поколения не должен быть менее $2000 США. Как только это условие выполняется, то вознаграждение у вас становится еще более интересным. По-прежнему 15% с первого поколения, но уже 7% со второго, 5% с третьего, 3% с четвертого, 2% с пятого. И 1% добавляется 6 уровня. Это случай, когда вы стали лидером. Следующая квалификация – мастер. Я думаю, слово «мастер» ни для кого, скажем так, не вызывает каких-то сложных ассоциаций. Мастер – это человек, который умеет уже что-то делать и конкретно, да, то есть он неважно, мастер забивать гвозди в сапоги, то есть хороший сапожник, да, либо мастер, который, скажем так, хорошо играет в футбол, и за это ему платят $1 миллионы в год. Но это мастер. Так вот, мастер – это уже человек, у которого, как правило, большие структуры в нашем бизнесе, да, и стать мастером вы сможете только тогда, когда лично купите акции нашей компании на сумму не менее $1000, и суммарный товарооборот вас и вашего первого поколения будет достигать не менее 5000, при условии, что в вашем первом поколении есть не меньше 3 лидеров в разных ветках.
Когда это условие выполняется, то у вас добавляются следующие проценты. По-прежнему 15 с первого уровня, 7 со второго, 5 с третьего, 4% с четвертого, 3% с пятого, да, в отличие от предыдущего уровня, 1% с шестого, и добавляется еще 3 уровня глубины. С 7 по 9 уровень вы начинаете получать по 0,5% от того товарооборота, который создает ваша структура. Вот. Следующий уровень квалификации, следующая ступенька нашей карьеры называется эксперт. Да? Буквально еще месяц назад это была высшая ступень нашего маркетинг-плана, сегодня это предпоследняя квалификация, предпоследняя ступенька карьеры. То есть, если вы сами лично приобрели пакеты акций нашей компании на сумму не менее 5000 долларов США, если суммарный товарооборот ваш и вашего первого поколения достиг не менее 10 тысяч долларов, и если в вашем первом поколении есть два мастера, а третий мастер есть в другой ветке, и неважно в какой глубине, то вы становитесь экспертом. И заметьте, что происходит. Первый уровень становится 16%, остальные уровни до 9 такой же процент, как на квалификации мастер, и у вас добавляется с 10 по 20 уровень, то есть 11 уровней, да, по 0,2%. Вот таким вот образом. Это квалификация эксперта. И высшая ступень квалификации маркетинг-плана компании Skyway Capital называется топ-эксперт. Стать топ-экспертом сможет тот, кто лично купит акции компании не менее чем на 10 тысяч долларов. Да? Если в вашем первом поколении будет не меньше 3 экспертов, то есть те, кто достиг предыдущей квалификации, и суммарный товарооборот, когда достигнет 30 тысяч долларов США, у вас и вашего первого поколения. Когда это произойдет, вы станете топ-экспертом. И в этом случае с первого поколения у вас будет не 16, а 17%. Со второго по девятый уровень, точнее даже по 20 уровень, проценты будут такие же, как у эксперта на предыдущей квалификации. И вам, если вы станете топ-экспертом, добавится еще 4 уровня глубины с 21 по 24, которые вам будут начисляться по 0,1% в виде вознаграждения на бонусный акционный счет. По большому счету, если на пальцах говорить, да, весь маркетинг-план может уместиться вот в этой табличке, в которой вы видите 6 квалификаций. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Да? Вы видите здесь личный товарооборот, который необходимо делать с консультанта со второй ступеньки карьеры. И товарооборот первого поколения вместе с вашим с учетом, да, точно так же с консультанта от 300 долларов. И вырастает это все личный товарооборот на топ-эксперте 10 тысяч долларов и товарооборот суммарный на топ-эксперте 30 тысяч долларов вашего первого поколения. Глубина, до которой достает, скажем так, процентное вознаграждение, на партнере 4 уровня, на консультанте 5, на лидере 6, 9 на мастере, 20 на эксперте, 24 на топ-эксперте. То есть, по сути, табличка простая, она показывает обычный ступенчатый маркетинг. Здесь есть большое количество преимуществ, мы сейчас о них с вами поговорим. Вот. Но компания Skyway Capital пошла еще немножко дальше. И буквально месяц назад было введено дополнение, то есть дополнительный бонус для тех людей, которые активно развивают бизнес, и те, кто понимает, что основные деньги, в принципе, находятся в первом поколении. Тут главное не переборщить, да, не подписывать всех, кто шевелится, не уговаривать всех, кто не хочет шевелиться, да, и там регистрировать, скажем так, по чужим паспортам людей, которые даже не знают, что они зарегистрируются, этого делать не надо. Но если вы активно развиваете бизнес, если вы приглашаете новых людей в первое поколение, да, ежемесячно, если у вас есть люди, которые платят, покупают пакеты акций по рассрочке, то вот этот бонус вам будет приносить дополнительные деньги. И выглядит он следующим образом, да? То есть с первого числа каждого месяца у вас начинается отчет тех транзакций, да, то есть тех пакетов акций, которые люди покупают у вас в первом поколении. Когда будет куплено 4 пакета, точнее, 4 транзакции пройдут, соответственно, вы будете получать положенный вам процент. До мастера включительно это 15% с первого поколения. Эксперт 16% с первого поколения, а топ-эксперт 17%. Но как только покупается пятый пакет, соответственно, за него уже начисляется всем, включительно до мастера, 16% за пятый пакет, а за предыдущие 4 пакета доначисляется 1%. То есть фактически это будет соответствовать тому, что за 5 пакетов компания вам начислила за каждый по 16%. Если вы эксперт, соответственно, 17%, если топ-эксперт 18%. Люди продолжают покупать. Покупают шестой пакет, седьмой пакет, там, восьмой, девятый. Да? За них вы получаете либо 16, либо 17, либо 18% в зависимости от вашей квалификации. Как только покупается десятый пакет, за него идет начисление в виде 17%, если вы до мастера включительно. Да?
18 либо 19, если вы эксперт, либо топ-эксперт. А за предыдущие 9 пакетов, которые были куплены до того, как был куплен 10 пакет, вам начисляется 1%. То есть это будет соответствовать той ситуации, когда как будто компания вам заплатила за каждый отдельно взятый пакет по 17%. Либо 18, либо 19. Да? Далее люди продолжают покупать пакеты в вашем первом поколении, месяц же еще не закончился. Это доходит до 19 пакета. 20 пакет, как только покупается в вашем первом поколении, соответственно, за него начисляют сразу 18%, если вы квалификацию до мастера включительно, да? Либо 19, если вы эксперт, или 20, если вы топ-эксперт. А за все предыдущие 19 пакетов начисляют еще 1%. И с этого момента, если люди продолжают у вас покупать пакеты в первом поколении, да, там 21, 22, 23, там 25, ну у нас здесь на слайде еще два шарика есть за 20, да, соответственно, за каждый пакет вы будете получать максимальное вознаграждение от 18 до 20% в зависимости от вашей квалификации. Есть условия, которые, скажем так, соответствуют выплате данного бонуса. Первое. Все пакеты должны быть куплены в течение одного календарного месяца. С первого по там последнее число. А у нас оно бывает там 28, либо 29, да, 30, либо 31 день. Далее. Несколько пакетов могут быть куплены одним человеком. То есть человек может купить там 2, 8, 20. И за каждый купленный пакет в вашем первом поколении эти пакеты будут считаться для выплаты вам вот этого бонуса. Это тоже очень важно. Приобретение пакетов в рассрочку точно так же считается. Соответственно, если у вас есть в первом поколении там 5 человек, либо 10, либо 20, которые ежемесячно платят рассрочку, да, соответственно, вы будете получать дополнительный процент к тем процентам, которые вам положены по основному маркетинг-плану. Пакеты могут быть куплены как новыми людьми, да, которых вы приглашаете сейчас в данный бизнес, так и теми, кто покупал ранее, либо не покупал, а зарегистрировался год назад и ждал почему-то до сегодняшнего дня. И вознаграждение за этот бонус также начисляется на бонусный и на акционный счет. Кстати, с бонусного счета вы можете что делать? Вы можете выводить деньги. С бонусного счета вы можете оплачивать точно так же пакет акций, либо с бонусного счета вы можете деньги передавать в личный кабинет на основной счет других людей, своих партнеров. Это можно делать тогда, когда у вас рядом находится человек, который проникся идеей инвестировать в наш проект, но он совершенно, скажем так, не владеет компьютером, вот, он не может, скажем, нажимать кнопки, у него, соответственно, нет никаких платежных систем, но у него есть деньги. Деньги он может отдать вам, а у вас на бонусном счете может быть то количество денег, на которое он рассчитывает купить акции. Вы эти деньги переводите в его личный кабинет, предварительно его зарегистрировав, да, и помогаете ему купить эти акции. На данном слайде вы видите пример. Мы взяли, скажем так, такое условие, что все люди в вашем первом поколении покупают на $50 США. Да? В течение, скажем так, календарного месяца. Так вот, если таких людей будет 5, то вам компания начислит $40. То есть 15% за первые 4 пакета, потом 16%. Да? Это здесь, кстати, для данный пример, он корректен для квалификации до мастера включительно. Вот. Потом вам за 5-й пакет начисляют уже, скажем так, $8, 16%. А за предыдущие еще доначисляют небольшую сумму в виде $2. Суммарно получится 40. Если вы продолжаете строить, скажем так, бизнес, если у вас люди продолжают покупать пакеты и осуществляется продажа 10 пакетов, соответственно, вам дополнительно к тем 40 еще будет начислено 45. Если строится бизнес дальше, люди продолжают покупать пакеты в вашем первом поколении и становится 20, то вам еще 95 начислят, да? При условии, как я говорил, что все покупают на 50. Вот. И два шарика, которые вы видите на экране, 21-й там и пишем будет 22-м, то есть люди приобретают себе пакет акций $50, вам еще начисляют 18. Суммарно получает $198 от товарооборота в первом поколении $1100 США. Бонус очень хороший. Это мы взяли только выплату, скажем так, за людей, которые в первом поколении. У вас же строится структура, у вас будет дополнительный бонус, там, может быть, 7% уже со второго уровня, да? 5% с третьего и так далее, и так далее. То есть вы можете посчитать примерно, какие деньги у вас могут быть, если в вашем, например, в вашей структуре большое количество людей оплачивают рассрочку и в первом поколении, и во втором, и в третьем, там, и так далее. Да? Либо люди покупают даже в глубине большие пакеты. Вот такой вот пример. Достаточно наглядный и простой. Какие преимущества, правила нашей партнерской программы на сегодняшний день у нас есть? Да? То есть маркетинг накопительный всегда. То есть вы с вашего момента регистрации до сегодняшнего дня все, что делаете вы, вот, все накапливается, ничего не обнуляется, никуда не пропадает и, скажем так, только суммируется. Далее. Второе условие. Да, квалификационным у нас считается первый уровень. То есть к этому можно относиться по-разному. Кто-то говорит из сетевиков, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. То есть у нас отсутствует такое понятие, как компрессия. Да, то есть если у вас
лидеры начинают, скажем так, расти во втором, в третьем поколении, то есть в маркетинг-планах, которые, скажем так, вот эти лидеры влияют на вашу квалификацию. У нас такого нет. То есть если в вашем первом поколении люди, их много, да, но они купили все по 15 долларов, да, то высока вероятность, что вы долго будете висеть на начальной квалификации. Соответственно, ваша задача приглашать тех, кто просто покупает пакеты акций, да, но еще и тех, кто развивает сеть. Помочь им развиться, заработать денег, и вы сами станете успешными. Для вывода денежных средств бонусного счета необходимо накопить на нем не менее 30 долларов США. То есть, когда у вас на бонусном счете накопится 30 долларов, вы можете зайти в раздел «Вывод» в личном кабинете в банкинге, да, и вывести эти деньги на те платежные системы, которые заранее прописали в настройках банкинга. А у нас на сегодня вывод возможен на 6 платежных систем. Условия роста квалификации – это объем ваших личных инвестиций и объем инвестиций вашего первого поколения. То есть, опять же, плохо это или хорошо, но такие условия у нас есть. И очень важное преимущество, у нас здесь нет никаких обгонов, потерь структуры, то есть вас никто не может обогнать и так далее. Да, люди могут быть выше вас квалификации, но свой положенный процент вы будете выбирать по состоянию вашей квалификации на сегодняшний момент. Вы можете быть, например, в квалификации мастер, а у вас в первом поколении может быть там пару экспертов, да, тем не менее вы не теряете те проценты, которые вам положены. Пусть они развиваются, радуйтесь за них. Да? Развивайте ширину, помогайте другим людям и растите в квалификации. Это очень важно, кстати. Это очень хорошее условие. Минимальная сумма инвестиций даже в 15 долларов может вам позволить заработать там и 100 долларов в месяц, и 500, и 1000, и более. Вот. Ну и было бы глупо проинвестировать только на 15 долларов, да, если есть возможность приобрести большие пакеты акций, тем более, если вы зарабатываете большую сумму денег, вам идут начисления на акционный счет, их вы можете использовать на приобретение пакетов акций, увеличение вашего портфеля инвестиций в нашем проекте. Как, кстати, делают большое количество лидеров, развивающих у нас партнерские структуры. У нас нет необходимости квалификации подтверждать. То есть я часто привожу простой пример. У нас есть люди, скажем так, в обычной жизни, как это называется, да, не в мире MLM-программ, вот, а преподаватели, врачи, рабочие специальности, да, где есть категории и разряды, люди, которые являются военнослужащими, у них есть такие ромбики, разные красивые цвета. Это понятие классности есть такое. Да? Чем выше ваш уровень разряда, категории, классности, тем больше денег вам платят. Но периодически этот уровень своих, скажем так, знаний, развития нужно подтверждать. Если вы этого не делаете, то вы падаете на одну ступеньку квалификации, и вам за это снижают ваш доход ежемесячно. У нас такого нет. Единожды поднявшись на какую-то из ступеней карьеры, вы можете только подняться на следующую. Ну, за исключением тех, кто дойдет до топ-эксперта. Да? И, кстати, топ-экспертом может стать то количество людей, которым станет. То есть ограничений по лидерству и по количеству людей, которые могут подняться на высшую ступеньку карьеры, тоже нет. Кстати, в стандартных схемах, где мы работаем по найму на кого-то, да, как правило, начальник какого-нибудь отделения один, начальник цеха один, да, начальник, скажем так, управления опять же один, и там приходится порой людям опускаться до какого-то уровня, идти по головам, да, кто-то может даже подставлять других, чтобы вырасти по карьере и так далее. Я вам рекомендую этого никогда не делать там, и тем более никогда не делать этого здесь. Потому что в бизнесе, где есть MLM, бизнес, где есть партнерские программы и так далее, все, что вы сделаете плохое, не дай бог, скажем так, с камнем за душой, оно быстро всплывет. Вот, это будет на виду, да, и восстановить свой авторитет практически невозможно. Если там у вас есть должность, которую вы можете рычагами управлять и заставлять кого-то делать, да, то, что вы считаете нужным, здесь такого варианта у вас не будет. Поэтому следите за всем, что вы делаете, то, что вы говорите, то, что вы рекомендуете людям, как я говорю, будьте честны, открыты, ничего не придумывайте, не надо никому наворачивать там каких-то лишних барсиков о технологии либо о нашей компании, но и договаривайте те условия обязательно, которые у нас тоже существуют. Не скрывайте, да? Никому не обещайте, что вот дай только денег, и ты здесь станешь таким богатым, что просто даже не успеешь оглянуться. Здесь нужно тоже трудиться, здесь нужно тоже прилагать усилия, да? Вот. Причем усилия и время свое нужно инвестировать, и деньги, да, у кого-то большие, у кого-то небольшие, физические усилия, духовные и так далее. Выдержать какое-то количество нет в свой адрес, да, выдержать какое-то количество людей, которые крутят у виска и говорят, что ты ненормальный и так далее. Хотя, если вам говорят, что вы ненормальный, есть такое выражение, значит, вы на правильном пути. У нас высокий процент выплат до 20% с первого поколения и от 0,1 до 7% до 24 уровня глубины. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете пригласить за собой в наш бизнес, то есть первое поколение, дать свою реферальную ссылку. Только, как я говорил, соизмеряйте свои усилия. Да? То есть, если вы готовы 26 часов в сутки строить бизнес, да, ну, пожалуйста, регистрируйте сразу 20 активных людей, они вам не дадут спать.
тогда у вас не будет жизни обычной, да, если у вас есть семья, дети, там, внуки и так далее, которых вы любите, в этом случае вы их не увидите. Потому что вам будет некогда, вам нужно будет помогать им развивать бизнес. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это взять 3-5 активных людей, научить их всему тому, что вы умеете вы сами. Потом они сами смогут уже без вас, только консультируясь с вами, развивать этот бизнес. Вы можете взять еще одного-двух, научить, да, потом еще одного-двух научить. И в режиме 7-10 часов в неделю вы здесь можете построить за год очень большую структуру и заработать много денег. Но правда делать это в эти часы, скажем так, 7-10 часов в неделю активно, с душой. Бонусное вознаграждение у нас выплачивается в денежном эквиваленте, в деньгах, на бонусный и на акционный счет, где, скажем так, на акционном счете эти деньги, скажем, подарок компании. И вы можете их реализовывать только на приобретение такой-то факт. По большому счету, это вот та информация, которую я хотел сегодня озвучить. Если есть какой-то вопрос, либо какие-то непонятки, как мы говорим, по маркетинг-плану, вы можете сейчас задать. От себя хочу добавить, что сегодня еще будет вебинар Григория Мирошниченко в 19 часов, да, который будет рассказывать о способах и методах построения бизнеса в партнерских программах. Вот. Сегодня будут еще вебинары, да. Завтра у нас будет вебинар по технологии, скажем так, 4 вебинара, которые проводит Сергей Сибиряков, Алексей Суходоев. Завтра же будет 17 часов вебинар, который буду я сам проводить. Это, скажем так, все премудрости нашего личного кабинета, что у нас и где находится. Если у вас есть большое количество людей, которые боятся нажимать кнопку в личном кабинете, вот, а может быть вы сами даже в нем плаваете, я вас приглашаю завтра на 17 часов получить данную информацию. В четверг у нас еще будут вебинары, в пятницу будет партнерская программа. Ну и суббота, воскресенье на этой неделе у нас это международная конференция в Минске. Я смотрю, что вопросов у вас не появилось. Либо я понятно рассказал, либо вы не поняли ничего. Ну, раз не спрашиваете, значит, вам ответы не нужны. Да? Поэтому я на этом буду заканчивать сегодняшний вебинар. Вот. Запись этого вебинара будет выложена на нашем видеоканале в YouTube, после того, как она будет конвертирована. Да, там у нас есть плейлисты всех спикеров, которые проводят у нас обучающие мероприятия. Вот. Поэтому я вам сбросил ссылку на этот канал. На вопрос Александра, сколько планируется выпустить акций, их, в принципе, уже никто не выпускает. Да? Количество акций было сразу же оговорено после того, как была зарегистрирована компания. Они были выпущены на сумму 400 миллиардов, там 100 с лишним миллионов, там сколько-то еще тысяч, да, и 367 штук. Так вот, 15% от количества этих акций на 60 миллиардов долларов, да, акции реализуются посредством краудинвестинга, то есть информация, которая идет от человека к человеку. Остальные дальше предусмотрены уже для крупных инвесторов и так далее. У меня все, друзья. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Вы знаете, я не знаю, откуда у вас информация, что наш уставной фонд 10 фунтов. Вот. Кто вам дал эту цифру, да, то есть откуда она вам приснилась, или вы просто решили меня немножко потроллить. В документах нет информации, что уставной фонд составляет 10 фунтов. Поищите, пожалуйста, информацию по инвестиционному меморандуму группы компании Skyway. Вот. И там внимательно почитайте. Компания, кстати, холдинг, уже перерегистрирован на территории Британских Вирджинских островов с июля прошлого года, даже с июня. Поэтому те ссылки, что вы мне сейчас даете, ну, это совсем не то, что нужно. Спасибо, спасибо, Александр. Хотите, пройдите по этим ссылкам, смотрите, разбирайте. Все, друзья, спасибо вам за внимание. До новых встреч. Лохотрон? Может быть, может быть. Вы знаете, Александр, я думаю, что у вас есть как минимум одно высшее образование и Министерство транспорта Российской Федерации, то есть там сидят совсем отбитые наглухо люди, да, они 11 февраля технологию, весь проект группы компании SkyWay признали инновационным, над которым нужно работать. Комитет по импортозамещающим технологиям сейчас сотрудничает с нашими сотрудниками нашего Минского предприятия научно-производственного. Для вас это будет лохотроном. Пусть так и будет. Оставайтесь в своей правде. Понимаете? Вот колготками и сидите. За 10 долларов купите, скажем так, несколько пар колготок дешевых и торгуйте ими. И у вас все будет хорошо. Оставайтесь в своей правде. Знаете, есть такое выражение? До новых встреч.